Около 20 спортсменов ведут подготовку к предстоящим гонкам, которые, по сути, являются личным первенством, где должен определиться единоличный лидер. Идет обычная предстартовая подготовка, последний осмотр машин, заправка, наставление тренеров перед заездом, некоторые почти незаметные волнительные моменты. И вот спортсмены из команд Австрии, Германии, сборной СНГ и гонщиков команды «Монолит» направляются на торжественное открытие и представление Кубка «Кавказа-92».
Итак, подошли к концу соревнования. Завершился Кубок Кавказа 92. Определился победитель. Им стал Риф Саид Гиреев. Второе место в этих соревнованиях занял Олег Драгобецкий. И третьим обладателем Кубка стал Виталий Хмельницкий. Мы поздравляем их и надеемся, что еще раз в этом году встретимся с увлекательным зрелищем – соревнованием по гонкам на гаревой дорожке. Thank you.